Ну что ж, уважаемые зрители, очередное видео. Как вы знаете, револьверы очень много где заменились на полуавтоматические пистолеты. Одна из причин того – это скорость перезарядки. Но и даже для револьверов существовали способы быстрой перезарядки. Как вы уже, наверное, заметили в вступительном эпизоде данного видео. Кстати, вещи довольно-таки спокойно покупаемые, но при этом являются специфически для каждой версии револьвера. У меня специальные две коробки, так что одну я не боюсь порвать. Вот, скорозарядники револьверные. В данном случае у меня модель 66, так что именно эту модель я и взял. Шестипатронник на 6 патронов. Вот такая же нераспакованная. У меня их несколько штук. Решил купить несколько новых, потому что где старые лежат, пока еще не знаю. Ну и заодно приобрел еще чуть-чуть побольше фальшпатронов калибра 357. У меня старые куда-то делись. У меня, ну, после переезда, как говорится, вещи найти можно, но сложно. Так как я все еще, реально говоря, переезжаю. Вот уже несколько месяцев переезжаю. Так, откроем фальшпатроны. Одна из причин, почему такие вещи существовали. Во-первых, народ занимался соревнованиями и стрельбой на скорость из револьверов. 70-е, 80-е годы. Полиция носила револьверы. Им было обязательно иметь возможность перезаряжаться быстро. То есть у них были специальные карманчики на поясах с уже заряженными вот такими вот вещами. Видите, вот здесь есть вариант, когда можно заряжать, а вариант, когда нельзя. Вот видите, вот встал он. А вот теперь выпал. То есть вот модель 10, HKS, очень известная фирма. И вот два режима. Видите, невозможно вставить в том режиме. А вот теперь они встали. То есть, реально говоря, что мы делаем? Мы заряжаем энное количество, в данном случае 6 фальшпатронов в эту скорозарядку. И там их фиксируем. Потому что если не фиксируют, они начнут выпадать. Что, как вы понимаете, не есть плюс. Вот они, видите? Зафиксированы. Вот так вот это и хранилось. Только, конечно, там были боевые патроны. И когда человек отстрелял свои патроны, ну, предположим, полицейский, щелк-щелк-щелк, я не буду всухую, конечно, щелкать здесь, он сбрасывает, и потом просто вставляет. Но сейчас у меня не получилось. По-моему, я что-то там пережал на данный момент. Вот они. Вставляем. Каким-то макаром. Можно и так сказать. Все. А теперь можно и даже и в холостую. Потому что повреждения сейчас не будет. И теперь представьте себе, что это все расстрелянные. И вот они сбрасываются. Конечно, гильзы сбрасывались бы получше. Пустые. Здесь такие пластик, он скользит гораздо меньше. Вот, хочу показать этот механизм внутри. Сейчас попытаюсь сделать так, чтобы было лучше видно. По-моему, не фокусируется. Так, давайте мы отодвинем блестящий револьвер в сторону. И я сейчас попытаюсь сфокусироваться как раз вот здесь. Ну, там, реально говоря, получается такой полузамок. То есть, еще раз, вот режим.
И невозможно вот так вот поставить до конца. Вот, защелкнул он. И теперь он его держит. Другие гильзы он сейчас не возьмет, потому что там, соответственно, стоит на запоре. А вот сейчас я выключил этот замок. Сейчас опять засуну их сюда. Вот они встали. И переведу, по крайней мере, постараюсь перевести, видите, в закрытое положение. Вот оно, закрытое положение. Что-то мне вещи сейчас отблескивают, хотя вроде не должны. Ну и, соответственно, когда барабан стоит пустой, вставляется. Я человек неопытный в этом деле, честно вам скажу. Поворачивается этот замок, и патроны входят. Ну и, соответственно, потом обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще раз напоминаю, что в данной ситуации проблем не будет, потому что все-таки здесь пружинки внутри. Вот так вот, скоростная перезарядка по-револьверски. И для тех, кто, например, сейчас носит револьверы для самообороны, это может быть полезная вещь. Но вот с тем же успехом можно носить и просто патроны в рассыпную, потому что револьверы перезаряжать, с одной стороны, проще. Но с другой стороны, так будет быстрее. Вот они, видите, вот так вот. Поворачиваем замок. И все. Интересно, обратно возможно? Обратно уже сложнее. Но одна попала. Ну и на этом это краткое видео закончу. Просто тема, которая поднималась как-то кем-то не один раз, и просто хотел упомянуть, что даже если у вас револьвер, то у вас все равно опции есть. И еще раз напоминаю, вещи разные для разного калибра, для разных моделей револьверов. Как вы видите, даже у этой фирмы просто куча разных моделей этих скоростных зарядчиков, спидлоудер. Ну, это так-то перевел. Все. Делают в Кентаки. Спасибо за внимание. Надеюсь, это было хоть кому-то интересно.